На капитальный ремонт театра в этом году выделено почти 12 миллионов рублей. Последний раз столь масштабные работы проводили здесь в конце 80-х. Казалось бы, руководство драмы радоваться надо, но худрук бьет тревогу. На сегодняшний день должны были быть завершены все работы по монтажу водовода, вот всего этого здания. Практически не сделано, прокинуты только трубы в гримерках, все. И на сегодняшний день должны быть на 80% сделаны работы по отоплению основного здания. Но получается так, что отопление, например, на сегодняшний день сделано только 10-я часть. Договориться с подрядчиком фирмы ООО «Энергострой» у администрации драмы не получилось. Пришлось вмешиваться городским властям. Что мешает усилить эту работу? Сжатое пространство. Я не могу в сжатом пространстве. Ну, там же никого нет. Вот мы стоим с вами, никто не работает. Вот сегодня туда я ставлю еще дополнительную бригаду сварщиков. Ну, вчера не поставили. Ну, вчера не было такой возможности. Сегодня ставлю. Сложность и в том, что пока эти работы не сделаны, не могут начаться и остальные. Откладывается ремонт гримерок, зрительного зала и сцены. А уже 5 августа должны начаться репетиции новой постановки. Но подрядчиков, видимо, это не особо беспокоит. Ремонтники, по словам худрука, не торопятся, работают в полсилы. Выход нашли классический. Нет ремонта – нет денег. Предполагаю, что ты решил поэкономить немножко. Я не экономлю здесь, у меня нет вообще, у меня материалы все куплены сюда полностью. Материалы куплены на рабочей силе, я решил поэкономить. Рабочие силы тоже. Вот, все вокруг денег крутится. Если ты сорвешь этот график, то ты деньги устанешь получать в администрации. Я их просто тебе не отдам. Долго будешь судиться со мной. Наталья Васильева, Анжелика Барвинок, новости Димитровграда.